Доброе всем утречко. Только что с Кирой сидим. Я говорю, хочу ехать на Крещатик. Она такая, ну, так что? Я говорю, сейчас тревога начнется. Там просто самолеты уже повзлетали. И она такая сидит. Ты что, странная? Продолжай. Но метро работает. А я говорю, а как до метро мне доехать? Пешком? На маршрутке. У меня нет денег на Я маршрутку. тебе дам. Она говорит, я тебе деньги дам. Только вали из дома. Едь, куда ты там хотел. А дальше я приеду на Крещатик, магазины закроются. Они не закрываются. Некоторые закрываются, Минисо 100% закроется. Это международный магазин, и он закрывается. Это наши магазины могут не закрываться. А такие, как торговые центры по типу H&M, вот такое вот, все то, что международные компании, они закрываются. А то, что наше, оно может и не закрываться. А все вот Ничего, в такие... МАК зайдешь. А МАК тоже закрыт. Мак тоже закрывается. Все закрывается. И буду я сидеть в Там метро. кафешка есть. И буду я сидеть в Название. метро. Короче, Кира уже придумывает все, лишь бы я уехала. Скажи мне просто двумя словами. Мама, вали. Ну давай, давай, скажи. Я не обижусь. Хейтеры, правда, не поймут, но мне пофиг. Говори, говори, говори. Что? Мама, вали. Мамочка. Ладно, говори, мамочка. Мамочка? Едь! А я, да, я хотела поехать на Крещатик. Хочу заехать в Минисо, потому что у нас только три магазина Минисо осталось. Один находится на Крещатике, а вторые два в торговых центрах, но вообще не на этом берегу, на котором мы живем. И там вроде бы как есть какие-то новинки, хочу поехать посмотреть. Но самое главное, мне нужно в Минисо. Вот такой вот карандаш. Я же уже много раз показывала, что вот такие вот карандаши я использую для глаз. А И вот мне он если бы нужен. я Кира, придушила? блин, мне уже просто необходим маникюр. Давай завтра, зайка. Завтра? А Да. завтра что? Завтра пятница. Завтра я уезжаю. Куда? Каролине. Иди в сраку. Только я перед тем, как посмотреть этот карандаш, хочу посмотреть, может быть, у меня он есть. Потому что я когда-то покупала их много. Да, ребят, я знаю, что мне нужно здесь поубирать, и я еще никак до этого не дошла. Китя, мне больно. Ну ты, блин, Если это. ничего не Короче, тут полный безлад, видите? Да ну отстань от меня! Капец. жалко. Да, мне жалко. Ну да, у меня нету этих карандашей уже. Они у меня были, но их уже, походу, нет. Сейчас я посмотрю. У меня где-то даже запакованный, по-моему, был. Нет, все, нету уже. Значит, надо пойти посмотреть. Потому что это просто офигенно, мне очень нравится. И я только там его покупала. Вот такой вот с Hello Kitty, они есть разные. Надо поехать посмотреть. Что у тебя там с уроками? Да не знаю, короче. Мне больше всего нравится ее... Да не знаю, короче. Что-то типа там есть, но она не знает что, но что-то должно быть. А я жду все-таки, если вдруг начнется тревога, чтобы я опять не вышла и не осталась посреди поля. Если она сейчас начнется, то нужно будет подождать, чтобы она закончилась. Если она не начнется, то я тогда поеду. Ну что, в любом случае, я приеду и попаду ни на что. И будет бесполезная моя какая-то прогулка. А мне на Крещатик просто так ехать, что я там не видел. Мне очень часто пишут, почему ты не ездишь в центр? Ребята, это дети ездят в центр постоянно. Это они любят там тусить. Мне что там делать? Я там всю свою молодость провела. Там ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Что мне там делать? Смотреть? Я много раз смотрела. Я уже этот Крещатик просто прохожу, как обычную улицу. И там нету ничего сверхъестественного. Поэтому I don't know. Хватит меня снимать. Ой, да ладно тебе. Я не знаю, попаду, не попаду, но в любом случае я поехала.
Посмотрю, что есть интересного в центре, в городе. Сегодня у нас, кстати, 1 февраля. И сегодня мне нужно отмечать, что на кого я потратила. Мне самой интересно. Еще у нас погода изменилась очень сильно. С утра было такое солнышко яркое. А сейчас так пасмурно стало. Небо все серое. Так грустно совсем. И так на глаза давит. Все. Ну, в общем, пойдем посмотрим, что есть. Боже, я думала, это снег. А это кишка. Кс-кс-кс. Короче, она, походу, уже беременная. Но не от снега она беременная. Снег не может сделать детей. А он не мальчик и не девочка. Он снег. Ну что, покатаю вас сегодня на метро. Многие давно там не были. Я тоже. Добро пожаловать в метро. Честно сказать, я уже задолбалась по метро ходить. Я уже хочу на свежий воздух. Знаете, что я вам скажу? Я, короче, не туда вышла. Как всегда, умудрилась потеряться в метро. Идеально. Мне нужно было Крещатик, а я вышла на Майдане. Или наоборот, у меня же был Майдан, а я вышла на Крещатик. Короче, я потерялась. Мне теперь надо идти очень долго. Ладно, покажу вам теперь Майдан Незалежности. Еще вышла не на ту сторону. Ну да ладно, в общем, это такое дело. Ну вот. Это центральная улица города Киева. Замечательно, все великолепно. Консерватория. Просто какое-то здание. Укрпочта. А мне вообще на ту сторону. Но я вышла здесь. Не специально, я случайно вышла на эту сторону, чтобы не ходить по магазинам, потому что все бутики находятся как раз с той стороны, а здесь чисто просто дорога. Там и Макдональдс, и KFC, и Терранова, и Коллинз. Ну, короче, там реально все. По-моему, даже Зара там была, она закрыта. Ну, как то кажуть, абсолютно ничего интересного. Просто город. Нас немножко обмануло. Вот еще универмаг ЦУМ. Но туда мы заходить не будем. А чуть-чуть дальше, вот в этом доме находится огромный, самый большой музей Apple. Я в нем, кстати, была и вам показывала. Крутой, реально очень крутой. В магазине Ябко находится этот музей на нулевом этаже. Советую всем сходить посмотреть. Там безумно много ассортимента старинного от Apple и нового тоже. Ну а здесь, конечно, все как всегда. Шикарные платья, очумительные сумки, превосходные духи. И космические цены. А здесь какая-то арт-галерея. Картинная. Или фотогалерея. Прям в метро. Ух ты, интересно так. Вот это красивая фотография. Прям какая-то она. Сухин Денис. Немножко жуткая, да? Так, просто фоточки. Но некоторые есть очень прям завораживающие. И это такая прям... фотография. Окей, пошли дальше. Я немножко ошиблась. Вот в этом вот магазине Яблоко, там находится выставка Apple. Даже не выставка, там реально целый музей техники Apple. Так что, кто еще не был, реально советую сходить вот туда. Ну и все, я вам показала всю экскурсию по Крещатику. Как по мне, то здесь нет ничего интересного. Я просто в своей молодости здесь уже обходила, проходила все, что можно. И для меня это просто улица с асфальтом. Детям еще да, сюда приехать, потусить, повеселиться. А для меня это уже, ну блин.
Реально ничего. А магазина Минисо уже нет. Хотя на сайте еще есть. Вот это класс. Или он там дальше находится. Что-то я немножко потерялась. Должен был где-то здесь быть. Вот и все. Нет этого магазина уже. Он закрылся. Вот это прикольно. Где же теперь его искать? Я в шоке. Вот это мне везет. Раньше был вот в этом вот здании. Знаете, что мне напоминает Крещатик? Нью-Йорк. Где куча бомжей, наркоманов, алкоголиков и такая, знаете, и молодежь ходит статусная. Вот Крещатик весь в одном слове. Зашла в АТБ, и тут вот для Святого Валентина вот такие вот сердечки, розовенькие, красные, какие-то шарики, я так понимаю, надувные, с чем-то внутри, непонятно с чем. Короче, вот такая вот фигня. Мишки, ангелочки. Вау, вау, вау. Это у нас магнитики на холодильник. Свечки в виде сердечек. И мыло, свечки, мыло. Ну и больше ничего. И вот такие вот красивые веточки. Но веточки действительно красивые. Нежные очень. Но под них нужно вазу. Тоже красивую. Чего у меня нет. Еще рамочки. Тоже смотрите, какие. Coffee time. Little one. Кстати, вот эти вот даже открыточки можно здесь и оставить. Смотрите, они есть разные. Очень мило. Да? Так повесить. Прикольно. А еще, знаете, что мне понравилось? Сейчас я вам покажу. Вот, мне еще понравилась вот такая вот гирлянда под фотки. И можно красиво украсить. Смотрите, тут сколько фотографий можно сделать. Просто unreal количество. Есть в цветном, есть вот такой вот крафтовый а-ля вариант. И даже есть в виде домика. Ну, мило очень. По-моему, тут еще что-то. А, нет, все. В общем, такие вот варианты. Тоже, мне кажется, очень круто было бы украсить комнату с фотографиями. Но, опять же, таки, мне это не надо. Это я вот вам показываю, что есть. Я, на самом деле, пришла за хачапури. Взять хачапури, пусть будут лежать в холодильнике на завтрак. Просто очень удобно и быстро готовится. Ну, и что ты гавкаешь? Так, продукты. Где вы там? Привет. 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 У тебя ничего не меняется. Я куда-то ходила. Я ж тебе говорила, что я ездила в Минисо. В центр. На Крещатик. Ты хочешь сказать, что ты за 2 часа туда-сюда? Да. И ты знаешь что? Там нету Минисо. Я знала. А что ты мне не сказала? Я догадывалась, потому что я его там не видела. Но если ты видела, это я там не только видела, я что-то покупала много раз. Но он закрылся. И этого магазина больше нет. А ты мне чек принесла? Да. А где он? Сейчас буду записывать все. Мне только для этого нужен какой-то блокнот. А здесь какой-то блокнот ненужный? Мне нужен какой-то блокнот. Ненужный блокнот. А ненужная тетрадка есть у тебя? Сейчас, попозже. Ну что попозже? Попозже мне не надо. А в АТБ я купила масло подсолнечного, у нас закончилось. Вермишели. И 2 хачапури. Это на завтрак. Так, и чеки. Сегодня же я все чеки сохраняю. Сейчас буду все переписывать. 304 гривны, 115 гривен. Это за сегодня чисто продукты питания. И вот Кирюха мне дала блокнотик. Сейчас я здесь буду все записывать. И еще... к этому ко всему же надо записать проезд. Но я сегодня ездила только на общественном транспорте, поэтому там не слишком много. И заплатила сегодня за интернет. Я слишком сильно заморачиваться не буду. Всякими там разрисовками, расписыванием. Просто пишем
Сегодня у нас 1 февраля. И, значит, категория. Еда. Так. Делаем так. Потом у нас есть категория проезд. И тоже делаем так. Потом категория Маша. Ну, это типа на Машины какие-то интересности. Есть категория Кира. Это типа на Киру что-то там такое. Есть категория собаки. Там. Есть категория дом. Это типа коммуналка и прочие дела. Так вот, на дом я сегодня потратила 350 гривен. Это интернет. Интернет 350. На собак еще пока ничего. Кира. Так, Кира на личные ее расходы дала 200 гривен, я ей сбросила, 115 она гривен потратила. Итого получается на личные расходы 85, правильно, да? Да. Кира 85. Маша ничего, проезд 21 гривна. Сегодня я потратила 21 гривну. Есть. И теперь еда. Еда 304. 304, 10 и 115. Но это еще день не закончился. Вот посмотрим, что будет в конце дня. Ну, по идее, уже ничего не нужно. Но в любом случае, на еду мы уже успели потратить 420 гривен. Да, 420 гривен. И что я купила? Ничего я не купила. Ну, на собак вроде сегодня ничего уже не надо. Так, в принципе, ничего не надо. В общем, в принципе, ничего не надо. Ну, уже, грубо говоря, 600, 700, 800 гривен уже ушло. 800 гривен. 14:27. Полтретьего. Короче, якось так. Все. Расходы начали записывать. А мне все-таки нужно, наверное, сходить к врачу, к хирургу, чтобы он мне посмотрел спину. Я не знаю, но у меня спина просто жутко болит. Я сегодня ехала, когда в метро, я просто стою, а мне стоять больно. Я себя чувствую какой-то старой бабушкой, мне бы палочку, мне бы на что-то упереться, мне бы на что-то лечь. Ну просто вот адски болит спина вот здесь вот, вот именно вот в этой вот части. Там, где вот соединение позвоночника и таза. Я не знаю, что происходит, мне болит ужасно. Мне сейчас нужно масло перелить, как всегда, в мои баночки. И все, и начинать, наверное, готовить, кушать. Зайка, спасибо, что ты посуду помыла. Почти, почти помыла, но она мне оставила вот эту вот штуку. Зачем-то, я не знаю, зачем она мне ее оставила, что она ее не помыла. И вот это вот не помыла. И вот это не помыла. В общем, она помыла только чашки и тарелки. Чем-то она меня в детстве напомнила. Я тоже терпеть не могла мыть сковородки и кастрюли. Для меня это почему-то было какое-то сложное задание. Наверное, потому что они большие, и их мыть неудобно. И я тоже в детстве всегда это дело не любила. Именно кастрюли и сковородки. На самом деле, сейчас я тоже не люблю мыть сковородку. Она всегда остается на самый последний момент, а иногда даже бывает, я ее забываю помыть. Ладно, это, конечно, все хорошо. Что ты, бусинка, бегаешь? Ну, иди сюда. Ну, иди, мой хороший. Иди, мой пирожочек маленький, ангелочек любименький.
Сладкий малыш, ты рад, что я домой пришла, да? Ну что-то ты не так сильно рад. Ты хочешь, чтобы я с тобой посидела на кровати, да? Но у меня дела еще есть. Я с тобой посижу чуть-чуть попозже. Чего ты скулишь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что? Шкаф закрыть? Закрой. Тебя он раздражает? Меня тоже. Все. Что еще? Что? Здесь что-то надо? Иди. Бери свою косточку. Давай, забирай. О, боже, в несчастье. Скулит, 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 скулит. Думаю, что скулит? А он косточку в туалете забыл. Мне постоянно пишут, что у меня скучная жизнь. Я вам скажу так. Наверное, только вы, комментаторы, пишите мне, что у меня скучная жизнь. Потому что все, кто знают меня, говорят: Маша, мы бы не выдержали в такой жизни, как ты. У тебя каждый день что-то. У тебя каждый день что-то происходит. Ты каждый день с какими-то новыми приключениями и новыми какими-то приколами. А вы говорите, у меня скучная жизнь. У меня скучно только по утрам и по вечерам, потому что вот сейчас вот я уже иду гулять с собаками. Хотя и с ними мне скучно тоже не бывает. Вот, например, у меня есть пятно на зеркале. Скучно? Нет. Видите? И все равно оно есть. И все равно есть. Короче, это... О, почти нет. Вечер-вечер, я диспетчер. Включилась только для того, чтобы сказать вам всем на сегодня пока. У меня, наверное, завтра пойду все-таки к врачу записываться. Что-то мне моя спина не нравится. Мне стоять даже тяжело. Вот реально она болит. То есть мне кажется все-таки, что я ее простудила. И надо, наверное, чтобы ее хорошенько посмотрели. А еще я напоследок хочу вам задать вопрос. Сегодня у меня в телеграм-канале поднялась интересная тема по поводу возраста, взросления и что я себя веду как-то не так, по мнению окружающих людей, непосредственно комментаторов. Не тех окружающих людей, которые окружают меня, а именно по мнению комментаторов. Так вот, я бы хотела вам задать вопрос. Вы мне часто очень пишете: ты ведешь себя как ребенок. Пожалуйста, можете мне дать развернутый ответ, как я себя должна вести? Вот большой развернутый ответ, а не просто: ты ведешь себя как ребенок, должна вести себя по-другому. Задаю вопрос, как? На этот вопрос мне ответить не могут. Может быть, кто-то из вас напишет мне, как я должна себя вести. Вот все по пунктикам, там, как я должна ходить, как я должна разговаривать, как я должна что-то делать, полностью все, потому что я не понимаю слова «ты не так себя ведешь». Не так это как. То, что я разговариваю с подростками, ладно, эту тему мы уже проехали, проплыли, это Кирины друзья, и я с ними буду общаться. Потому что если я не буду общаться с Кириными друзьями, я не буду знать, чем занимается мой ребенок, где мой ребенок и так далее. Поэтому у меня доверие должно быть со всеми, с Кирой и с ее друзьями. И тогда я буду спокойна, и тогда я буду чувствовать себя комфортно. Если у вас не так, то ну, это только ваша жизнь, понимаете, у меня она другая. Но в любом случае я бы хотела услышать более развернутый ответ. Как я должна жить? Там, что ходить в кинотеатры, театры, развиваться, это все само собой. Я развиваюсь так, как я считаю нужным, я развиваюсь. Если вы этого не видите, то это только, опять же таки, ваша проблема. То, что вы пытаетесь найти везде какое-то, вот что-то куда-то залезть вам надо. Вам надо показать все вплоть до того, насколько чистые или грязные трусы. Но этого я делать не буду, опять же таки, но вы мне все-таки напишите. Я буду очень сильно ждать ваш развернутый ответ. Как должна вести себя женщина в 43 года, так как все, или все-таки как-то должна радоваться жизни. Всех люблю, всех целую и всем пока.